Всем привет! Сегодня будет опять обзор цен. Посмотрим, как они держатся после повышения. Итак, начинаем. Вижу здесь огурцы. Сейчас посмотрим, в какую цену. Вот молодой картофель по 2,99, огурцы по 5,99, редис 1,35 при покупке двух, виноград по 9. Далее молодая капуста по 3,99, авокадо 2,99, вот еще помидоры по 11 с чем-то и боровка американская, вот она. Капуста показываю никакая, потому что маленькая, и внутри, если ее сжать, она почти пустая. Вот такие огурчики парниковые. Вот далее 13,99, это болгарский сладкий перец. И сыр желтый твердый на акции сейчас. Вот показываю, какие. В отделе с косметикой тоже много акций. Смотрите, вся косметика фирмы Глисс. Второй продукт 50% дешевле. Масло для волос. Вот оно, Пантин. Вот в такой упаковочке тоже на акции. 50% при покупке двух на второй продукт. Также питательное средство для волос 40% на скидки на второй при покупке двух. Так что много, видите, всяких акций сегодня. Я постараюсь сейчас некоторые показать. Вот еще косметики Garnier, L'Oréal, Fructis, LCF. Второй более дешевый продукт, 50% скидки. И обычно они при карте «Моя бедронка», но не всегда. Поэтому смотрите очень внимательно на этикетки, чтобы потом не было неприятных неожиданностей. Далее смотрим. Вот лак фирмы Taft, 11 злотых при покупке. Один покупаешь, второй в подарок. Вот они, эти лаки для волос. Давайте смотреть дальше на желтые и оранжевые этикетки. Вот шампунь Head & Shoulders, 25 злотых. Посмотрим далее. Все дезодоранты Adidas. Видите, второй 50% скидки. Что еще? Дезодорант Nivea в карандаше. Видите, при покупке двух, второй 50% скидки. Туалетная вода по 12 злотых при покупке двух, то есть 78% на второй. Вот это туалетная вода. Зубные пасты, посмотрите, вот этой фирмы на скидочке хорошей. Также паста Sensodyne тоже 50% на второй продукт. Разные варианты этой пасты, нужно смотреть. Что еще у нас? Дезодоранты Nivea 40%, 48% на второй продукт. Вот мыло Линда в куске, тоже на акции. Всего невозможно показать, буду так выборочно. Серум Биленда 10 злотых за штуку при покупке двух, то есть одна идет в подарок. Вся косметика Эвелайн, сконцентрированная какая-то там линейка, вот 2 и 1 в подарок. Что у нас еще? Также кремы для лица Эвелайн Gold по скидочке. Но тут уже почти все женщины разобрали. Видите, 74% на второй продукт. Еще скидка. 32% вот на эту линию. Это средство для ухода за телом. Далее все гели под душ 2 и 1 идет в подарок.
Вся косметика Нивея для демакияжа, второй продукт за 1 злотый. Очень классная акция. Вся косметика фирмы Belle, второй продукт 50% дешевле. И скажу вам, что это неплохая польская косметическая фирма. Я когда-то очень долго пользовалась их помадами. Сейчас я их не вижу, но вот показываю, как выглядит этот бренд. И он довольно-таки бюджетный, и качество неплохое. Поэтому советую обратить внимание на эту фирму. Что у нас еще? Мицеллярная вода Эвелайн. 74% на второй продукт скидки, получается по 10 за штуку. Это очень классно. Я этой водой также пользуюсь. Посмотрите, теперь идем уже. Яйца, второй продукт на 50% дешевле. Вот 16 злотых стоит 20 штук яиц. Это за 10 штук цена 8,47. Также есть акция на муку высшего сорта, две штуки и третья в подарок. Вот выходит цена злот 53 за килограмм. Очень классная цена. Смотрим дальше. Вижу акции сегодня, особенно в отделе с косметикой, очень много. Вот. Посмотрим молоко. Обычная цена сегодня 3,49, а на другой бренд я даже видела сегодня цену 3,99 за 1 литр. Поэтому я всегда для вас снимаю, когда акция, например, я в последний раз брала молоко за злоты 79, кажется. Вот рапсовое масло 1 литр и 1 бесплатно в подарок. Вот это масло. И вижу, понемножку люди разбирают. Кто бы мог подумать, что масло так упадет в цене. Совсем недавно еще было по 10-12 злотых за литр. А сейчас очень много классных акций. Видите, там только не только масло сейчас на акции рапсовое, но и подсолнечное. Вот, так что можно воспользоваться такой возможностью. Идем дальше. В мясном отделе на свежий фарш одна пачка и одна бесплатно. Получается 11,54 за килограмм. Очень классная цена в наше время. Вот еще вам покажу другое мясо из курятины. 10,49 за упаковочку. Посмотрим еще на этом прилавке. Классная акция для куриного филе. Одна пачка и одна в подарок. 11,99 получается цена. Очень-очень хорошая акция. Потому что это мясо тоже уже в последнее время было очень и очень дорого. Вот еще акция на огурчики 6,49 при покупке двух Кракус. Очень хорошая, известная польская фирма. А от линейки «Наша спижарня» второй продукт 50% дешевле. Не буду затягивать. На сегодня все, друзья мои. Спасибо, что были со мной. Заходите, подписывайтесь, возвращайтесь, комментируйте. И всегда-всегда очень рада нашими с вами встречами. Пока!